Сегодня мы будем проводить эксперимент с Кока-Колой. То есть пропустим через нее электрический ток. Блин, кола газированная сильно. Слушайте этот звук. Погружаю высоковольтный провод. И сбоку ставлю отвертку, для того, чтобы снимать излишний потенциал с бутылки. Если этого не сделать, то может быть плохо. Та-та-дам! Бешеная Кока-Кола. Опасные эксперименты. Ого! Слышишь? Светится вверху, я пробку вижу. Слышал один раз. Я думал, сейчас шаровая молния вылетит. Продолжим еще чуть-чуть. Ой-ой-ой. Ой. Все, выключаю. Потекла, я выключил. Стой, лучше не трогай пока что. Не, мне кажется, она разрядилась с ноль. Так а что она так закипела? Так звук такой пи. Нет, пробитая бутылка, это пробитая. Все еще моментально. Тряпочка. Сменить объект. Как вам этот эксперимент с колой? Для съемок этого ролика нам нужны были участники. Но очень часто нам, тем, кто увлекается наукой, нелегко быть коммуникабельными и заводить просто так знакомства с незнакомыми людьми на улице. Но я думаю, многие понимают меня. Нам проще написать или пообщаться через интернет. Я на днях обсуждал этот момент с одним из подписчиков. И он мне сказал, что очень многие сейчас сидят в приложении Баду. Он даже нашел там девушку когда-то, свою любовь. Я теперь постоянно тоже нахожу разных приятных людей и единомышленников. Еще самое удобное. Удобное, то можно открыть люди рядом и общаться с теми, кто уже изначально где-то поблизости, и которых я могу оперативно задействовать в моих безумных экспериментах. Вот такой лайфхак от меня. Попробуйте. Она забулькала сразу. Видишь, ля, как газы пошли. Очень сильно дует. Ты чувствуешь, как дует? Да, у меня волосы поднимаются. Попробую поднести. Отверг. О! Класс, да? Ой! Через землю пробивает. Ты куда коснулся? Травы. И ударила? Да. А ты знаешь почему? Почему? У тебя обувь хорошо изолирована, на тебе заряд просто скопился, и он ушел в землю. Ты должен заземлиться. Сними обувь или рукой прикоснись к земле, и не будет бить. Ого! Туда не видел где. О, класс! Красиво, а ну давай, давай, здесь. Вот это Кока-Кола. Вы такой видели Кока-Кола? Давай на пружи больше. Пока ничего особенного. Ух ты, ничего себе! Вот это Кока-Кола дает. Почему вверху так стрелять сильно? Ну-ка сделай вверх, а попробуй понять, откуда куда идет. Она как-то вверх идет. Она как конденсатор накапливает. Сейчас всех соседей распугаем. А запах такой, как от телевизора, от кинескопа. Да. Разряжаем. Мы уже выключили, на пруге нет. Может, в носик туда заведешь? Нет. Все. Но трогать такую бутылку я очень бы не советовал. Слышите этот звук? Трещит что-то. Блин! А что тебя накрыло, я не пойму. Кошмар! Саша, она вся вылетела. Хватай, хватай, спасай! Спасай колу! Я не знал, что она такую отдачу даст. Ты что, все теперь стирать?